Уважаемые граждане России, дорогие друзья, всего через несколько минут 2020 заканчивается. Вот мы с нашим дорогим президентом сейчас поздравляем страну, поздравляем наших соотечественников во всем мире, русскоговорящих, весь наш русский мир, всех наших советских граждан. Друзья, поместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным. Слушаем умного человека и смотрим на красивую Снегурочку. И большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то горькими утратами близких, любимых людей. Это грустно. Но, безусловно, уходящий год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за те, с Новым годом! Поздравления от президента! Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда. Сегодня очень важно верить в себя. Это случайно, я не виновата. Я не могу. Не, ну честно. И с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии.